ну там ты знаешь, как вот гонит, например. Она... Здравствуйте. 60-65. Сегодняшний видеообзор будет посвящен ярмарке в город Кропоткин, Краснодарский край. Ярмарка декоративных птиц, попугаи, канарейки, куры, кролики. Каждое последнее воскресенье месяца. Город Кропоткин, улица Речная, 6. Посмотрим ассортимент птиц. Амадина гульда. А в какую цену ваши певчие? Пини по 4000, природницы по 1500. Природницы по 1500. Нет, это уже полинявшая линия. Ну, звучников не видно. А сколько они разлучники такие стоят? Они в пластике. Это масковые 1500 фиолет. Масковые 1500, но что-то не просматривается. Ладно. А в какую цену амадинки вот эти? 3,5 и 3. Друзья, глянцевый попугай. В какую цену глянцевый? 8000 пара. Скажите, а глянцевые, они полозрелые в год становятся или раньше? В год, да? 10 месяцев. А кормовая у них база как у волнистого карелла или более разнообразно надо делать? Более разнообразно? Ну, побольше диких злаков. Побольше диких злаков, разных травок, одуванчик, подорожник и прочие травы разрешенные. А где ваша? Так, идем дальше. Здесь не разлучники красивые. Да нет, просто посмотри. Розелла Бернардова. Здесь левоголовые тоже есть сегодня. Че, давай, забирай, Лёд. Это там один голова. Вот эти по 150 рублей. 4000 одна голова, говорят. Ага. Правильно. Сейчас покажут красиво. А сколько такой петушок? Ну вот этого там за 1000. За 1000. А где красивый, говорите, есть? Как порода называется? Фавероль. Фавероль. Да, фавероль. Так, для любителей курочек, петушков сейчас. Петушка красиво покажут. Правильно. Это они у вас все по 1500, да? Нет, есть 1500, есть 1000, они разного возраста. А, из-за возраста ценник разный. Тихо, не ори. Не ори. О. Смотрите, все правильные пальчики. Ну, дайте я вот такой пальчики покажу. Давай. Это конечно. У них 5 пальчиков, да, получается? Да, отличительная черта. Фавероль лососевая. 5 пальчиков. Воротка, все. Ага. Ставьте на сетку, чтобы посмотреть красоту его. Что... Да, хозяин двора прям будет, да? Да. Он у вас практически ручной, спокойный, да, такой? Они все такие. Ага. Надо будет, да. Как только курочки появятся, так будет драться. А, пока курочек нет, они спокойные, да? Мальчик. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Уважаемые подписчики, вот тут прозвучала просьба, что если снимаешь, фотографируешь, то надо покупать. Друзья, номер на экране появится, номер привязан к карте Сбербанка, так что можете отблагодарить. Волнистые попугайчики. Цена 500 рублей, 450, в зависимости от пола. Вот такие красавцы. Сколько стоит снять видеосъемочку у вас? 150 рублей. Видеосъемку 150, а на нашу камеру 250. Друзья, вот тут надо опять платить. Представляете, как разоришься, пока пройдешь. Так что номер появится на экране, карта Сбербанка. Все верно. Всем спасибо заранее, по возможности. Вот для попугаев игрушки. Ну и питание тоже хорошее. Снимаются. Ножки снимаются? Это плита. Ой, какие вы гладкие. В какую цену собачки? 10. Друзья,
помним, что надо заготовиться, запастись гнездышки. Скоро сезон размножения у канареек. Есть нейлоновые, есть из джута. Вот так выглядят гнезда из джута для канарейкам один. Вот такие вот гуси. Гуси. А почем ваши петушки? 800 рублей. 800 рублей? А как эта порода называется? Не знаю, галаши. Галаши и петушок 800 рублей. А какой возраст у него уже? В мае будет год. В мае будет год. Вот можно приобрести здесь. Попугайчик карела. Сегодня много карел здесь. Лимоны там он. А вот этот. Я понял, я думаю, больше не буду торговаться. Я возьму. Волнистых большой ассортимент сегодня. Почем ваши волнистые? Сегодня в этом будем в Ютубе. 350. Так, для любителей уточек тоже есть товар хороший. Цена неизвестна, продавец отсутствует. В какую цену такая птица? Знаете? 1300. А как ему по возрасту? 8 месяцев. 8 месяцев, 1300 утенок. Друзья, розео пестрые. Это пестрая. Здесь есть лютина. И там вот у стенки рубиновая сидит. Вот такие вот красота. А вот бесщеки и карелы. Редкость. Плохо видно. Слишком близко. Новозеландский бегающий попугайчик. Он же кокарик. Желтый. Кокарики очень классные, кстати. И приручаются хорошо, добрые они, общительные. Для кролики в какую цену, подскажете? Подскажите, пожалуйста. По тысяче. Друзья, вот кто увлекается кроликами, можно здесь приобрести. Цена 1000 рублей, пожалуйста. А маленькие? А маленькие подешевле. Сейчас покажу маленьких. Длинноголовки, бабочки. Вот такая вот малышня, 800 рублей. Фокус поймаем. Вон он, малыш, сидит. Вот такие вот шиншиллы. Они как домашние? Можно дома или нет? Да, да. Все декоративные, да? А сколько одна шиншилла стоит? 2,5. 2,5. 2,5 шиншиллы будет стоить. Вот там на воротах. Чего появился? А в какую цену такие голуби? Подскажите, пожалуйста. 300 рублей. 300 рублей. Молоденький. И почем такой белый? 1000. 1000. А черный тоже? Черный? Да. Тот не продает. Ага, это как витрина, да? А? Это как витрина? Нет, это я себе взял. Ясно. Своего продал, чужого взял. Ага. А этот сколько стоит? Этот тоже 1000. 1000. А купили за какую стоимость? Я вывел. Ага, понял. Чтобы вы меня не поняли. Ладно. Этого за 2 купили? Да. Все ясно. Вот это хотел уточнить, да. Кролики, друзья. Морковку кушаем. Карелу не успел человек продать. Наверное. В какую цену синие кокарики у вас? 3,50.
3,50. Синий кокарик 3,50. А певчи такие сколько? 2,5. Да. 2,5. 5 пара. Самец отдельно 3, самочка 2,5. 11,3. А мы сегодня в одном городе. Нет? Нет. Ой, гуляй, мамка пенсию получила. Вот такие вот певчие попугайчики тут красивые. Петушок красивый. Хозяина нет. Идем дальше. А здесь маленькие карликовые петушки. По ценнику тоже пока непонятно. Где хозяин? Куда смотрит? Вот так, сейчас драка-драка. Видите, еще кукарекать умеет. Почем такой кролик у вас? Бери бесплатно. Бесплатно? А есть куда посадить? Куда? Да. Есть в мешок. Бесплатно можно взять. Правда отдадите? Да не. Не, пошутили. Ты ж просто снимаешь. Ну да. А я уже думал сейчас. А так? Ужинать буду сегодня с вином. 1300, да, такой? Да. Ага. Ой, а вот это как порода называется вот это? Венская. Не рекса, да? Венская какая-то. А это шиншилла был серенький? Что шиншилла? Шиншилла. У меня дедушка еще держал. Я помню. По детству. Вот тут волнистые попугайчики тоже 350 рублей. Красивые какие, огненные. А такие голуби сколько стоят? По тысяче. По тысяче. Для любителей голубей. А такие в какую цену у вас? По 500 рублей. 500? Угу. Индюки шоколадные. Выбери такой момент, чтобы хорошо они стояли. Как порода называется? Сколько стоит? Сколько стоит? Ага. От тысячи и более. От тысячи. Да. Это бокатая птица. Краснобокая. Без щубы. Бокатая, краснобокая. Такие утки. А почем? Сколько вот так стоит? 2000. 2000. А подскажите, почем у вас нутрии? 400. 400 рублей. А какой возраст у них? 2 месяца. 2 месяца? Подожди, ты вложил, а то, что сколько кормишь? А сколько такой щенок стоит? Сколько? 15. 15. Нет, корм, не гуси, а сколько стоят ваши гуси? 4. 4. Один гусь. Холмогоры. Холмогоры. А какой возраст у них уже? 10 месяцев. 10 месяцев. Почем ваши петушки?
А что за порода это? Домашние. Домашние. Это постарше 600, да, помладше 500. Правильно я понял? Ага. Ага, спасибо. А сколько стоят ваши кролики? 500 рублей. 500 рублей. 100 рублей за дорогу. А возраст какой? Четвертый месяц. Четвертый месяц и 100 рублей сфотографировать. Опять мой. Спасибо. Держите 100 рублей. А, это самое. Друзья, наша выставка подходит к концу. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. До свидания.